стреляю, конечно, я стреляю. Это была тяжелая артиллерия для проверки. Легко пощипывать. Вот. Как после мезороллера? Опять увлажнила. Лен, не пугайся. Губки. Да я помню. Бровки. Да. Считаем, что у нас другая модель. Опять наношу средство. И теперь включаю для чувствителя. О, не отключила его. Ну. Смотрите, как размазывается. Да, смотри, аж сюда вышло. Мы можем добиться радикального улучшения структуры кожи на нем? Конечно. То есть сужение пор, мимические морщины, лифтинг-эффект? Нет. Лифтинг-эффект здесь только будет за счет восстановления, если вы будете регулярно это использовать и каждый день воздействовать на кожу. Вот такие вот движения же происходят. Это допустимо каждый день? Нужно, да, каждый день. Можно даже два раза в день. У меня есть такие люди, которые с удовольствием два раза в день. Почему? Потому что вот пришла она домой, девочки, ну представьте, какое количество, да, макияжа. А женщина у нас любительница покраситься. Все на себе попробовать. Все на себе попробовать. Да? Я работала только в орбитальной зоне глаз. Именно я тени не снимала, да, человек просто попросил меня. Смотрите, как четко убралась вся краска с бровей. Но брови остались. Брови, да, к счастью, остались. Вот когда, получается, поработал аппаратом, я всегда беру, часть у нас остается на руках. И косметологам я предлагаю еще раз сделать очищающий массажик. Для того, чтобы успокоить кожу. Потому что, обратите внимание, как она проявилась, да, после воздействия. Да. Успокоить, красная? Конечно. Да, борода хорошо покраснела. Сама борода, подбородок. Трубочки заработали. Трубочки заработали, макаронки заработали. А если вы обратите внимание, произошло наполнение. Такое ощущение, как будто бы как легкий отек присутствует. Ботекс. Ботекс. Она и стояла, у нее хорошо кожа и отек. Сейчас добавим. Ой, представляю, как я сейчас классно. Далее, ничего, молча не отвечаю. Да. Да, я считаю, что очищение сделано. Пока мне позволяет этот крем работать, видите, влажные руки, угу. Очень хорошо скользит, приятно. Нету никакого натяжения тканей, вот самой кожи. Вот приятно работает. Эротически. Да? Теперь я могу уже снять. Ну что, что у вас? Я знаю, почему я с тобой в Москву еду. Она сказала? Почему? Она едет с персональным косметологом. Личным. Мне добро денег побольше, чтобы оплачивать. Все включено у нас, не переживай. А никто в Москву больше не летит? Свет, ты не летишь в Москву? Не летишь? А вы? Нет, да, вот эти... Наташа будет полностью в моем. Эти месте. Девушки, да, летят. Мы еще и будем с ней спать в одной койке. Какая прелесть. Завтра я еду только белье покупать. Да, сестра... я уже как да, раз. Сестра прикрылась. Говорит, ты возьми мне сатин с напылением шелка. Ленка, ты любишь сатин с напылением шелка? И я попробую. А это что ты сейчас делаешь? Это какие салфетки? Обычные. Косметические, да. Слушайте, а такой эффект, как будто вот... Так, вот да. Как Анжелу потрогала, вот такой, вот у меня сейчас такое чувство, что я уже так ощущаю. Шел. Как прямо сатин, реально. Как будто какой-то пудрой, знаешь, ведешь. Специалист. Потому что сейчас время не могу так научиться. Конечно, научитесь. Не боги горшки уже. Мы выставим видео, чтобы обучающий. И будем повторять за тобой действия. Девочки, вы просто обалдеете от качества кожи. Ой, такая холодненькая. Боже, холодненькая. Как приятно, гладьте меня, гладьте. Да? А где у нас второе средство?
что? Да? Не, я все. Сейчас скорую. Нет. Да, посмотрите, девочки, качество. Кожа под... вот начала натягиваться. Видите, цвета не а меньше. Вот даже видно. Девочки, цвета чуть-чуть. Света, уйди от цвета. Детально. Не, видно, видно. Да. Ну, уже видно, вон, смотрите, как натянулась. Кожа гладкая, приятная. Сейчас спрейчик, не пугайся. Я наношу его всегда на таком расстоянии. Это водичка или это спрей? Спрей. Желочка. Да. 83% увлажнения. Делаю легкое стаккато для того, чтобы успокоить. Сейчас получается кожа, помните наши макаронины? Они готовы воспринять водичку. Легкое покраснение пошло, да? Это алоэ вера, помните? Начинаются движения, работают на сосуды. На поверхности сейчас 12 лекарственных трав. Но алоэ вера создаст сейчас пленочку. Ее лицо начнет так тянуть. Мы не дадим. У нас есть великолепный крем. Я бы сюда, конечно, сейчас алоэ нанесла. Концентрат? Концентрат. Угу. Он бы затянул, как в те макаронины, но самый базальный слой, затянул бы 12 лекарственных трав. А так, что он затянет? А так он затянет. Сейчас у нас 35% увлажнения. Это дневной, ночной, есть такой под глаза? Он дневной, да? Ночной. Это не под глаза, это крем один у нас. Называется крем нежный, универсальный. Я его использую как базу. А под базу можно использовать все, что угодно. Вы можете наносить коллаген, вы можете наносить липосомы. Кто работает профессионально с другими концентратами. Ну, теперь скажи, я тебя готов. Люблю.